Доброго-доброго-доброго всем вечерочка, наши любимые девушки, женщины, бабушки, красавицы, поли, мужчины. В общем, мы здесь занимаемся, короче. Так. Чем-то мы занимаемся здесь. Мама бегает, кипятит, короче, все. А решили, короче, замариновать баночку. Они да. У меня будут маринованные, а не консервированные. Да, пойдет у нас отдельный ролик. Снимаем с мамой отдельный ролик. Да. А поливать я сегодня, наверное, не буду. Я победил, земля это еще влажная. Если завтра будет это, то это, полю. Уже морковка эта. Ее не надо каждый день сейчас поливать. Понятно. Так, а вот она у нас расплескается. Вот уже у меня это. Так, готовится у мамы. Сейчас. Маринад, короче, готовится. Сейчас покипит и будем заливать. В общем, всем доброго вечерочка. Ну вот уже и всем доброе утро, доброе сонное утро. Здесь у нас лежат, мамуля, доброе утро. Здесь у нас лежат зефильки. Что-то мы с мамой будем делать. Мама тут уже бегает. А я пока сейчас пойду кормить собак. Надо будет потолочь. Вот эти как их, что это у нас, грецкий орех? Грецкий орешек, короче, потолочь его надо будет, что-то будем делать с мамулей, красотулей. Ну а пока мы идем кормить собакиных, кошки уже накормлены, сынуля, красотуля, встал весь разбитый, как всегда. Кого-то неделю пил, не высыхая. Как я уже люблю говорить, не пьешь, болеешь, пьешь, болеешь. Как-то все это. А ты не говори, идет. Не будешь болеть. Так я что-то это. Что ты? Да, мамка. Компьютер каждый день, целый день. Только что. Вот, мамуля туда это делает, занимается. В общем, идем к кормлю я собакина. Че ничего не скушал это, а? Пришлось мыть. А? Че не жрала ты ничего? Масса, кости, обрези. Подожди, я тебе сейчас налью. Жижкой налью тебе. Косточками будешь есть. Подожди. Подожди, успеешь. Жирная все. Подожди, я погуще тебе, да, сделаю. Супец. Вкусный супец. Я знаю, что это вкусно. Тоже сказал, что это невкусно. Ну-ка, брысь отсюда, Кеша. Брысь. У тебя стоит суп. Это собачье. Все. Ешь давай. Собачья. Жирный бульон, да? Так. Да там пигалица тявкает уже. Пигалица. Пигалица. Пять драндулеты стоят. Фиг пройдешь. Фиг пройдешь. Да, что ты? Проголодалась. Мурашка проголодалась. Да? Что-то я тебе воду вчера менял. А ты все дожила? Ты все доела, да? Ты все доела. Хочешь? Маску. Дожди на два раза вам. Так, без косточки я тебе сейчас дам. Жиру дам. Косточки пустая, ребята, тебе чисто мяско. Мяско. Да я знаю, что вкусно, подожди, успеешь.
пиво спьешь. Короче. Охраняй. От буйства. Короче, все. Ешь. Все, охраняй от буйства. Буйски охраняй. Охраняй от буйски. Твое тут еда. Ешь давай. Нормально. Слушай, давай, охраняй от буйски. Охраняй. Охраняй. Уж она тут мне тут бегает, буська. Ешь давай. Так, ну что, пойдем. У кошек суп. Свежий, в двух чашках. Ну, у собак же вкуснее, как всегда. Так, что мы идем? Мы идем ставить кастрюльку назад. По огороду, наверное, не пойдем. Завтра, наверное, сходим по огороду. Там ревизии делать все равно пока нечего в огороде. Там все такое крупное, так хорошо выросло. Да? Кошатня. Лежит еще одна. Идем домой. Че, мамуля, морковка, ну-ка показывай. Да, морковка. Страшная такая. Нормальная морковка. Такая. Мама помыла морковку. Жрущая. Уже жрут ее червяки. Червяки, в общем, жрут. Короче, все подряд покирают. Едят. Все. Понятно. А я пока иду, короче, ты, это. Да. Че? Говори, что? Че? А, от этого я начну. Понятно. Привет, кошки. Так, а пока я, короче, за этого займемся делом одним таким. Сейчас они припрутся, кошки помогать припрутся сейчас. Здесь я сидит смородина. Здесь у нас имеется земля. Так, сморода сидит. Я специально сделал так, чтобы вода накапливалась. Удобно. А здесь земля. Просто земля, не песочек, песка нету. Песка дорого. В общем, буду я набивать буськи, натаскивать землю в емкость брать. Да? Иннокентий. Иннокентий Бачкович. Все, только не обосты мне тут. Не знаю, то дожди позатянут. Земля хоть еще и сырая, влажная. Но надо, короче, эту землю собирать и в этот. Только не ссы тут. Иннокентий, только не сикайте. И туда в подвал заготавливать, потому что буська будет жить в доме, и эти-то ходят на улицу сами. Выходят. Начинаю телепаться, делать помаленьку. Беру лопатки вперед из песни. Да, Иннокентий? Иннокентий будет помогать мне. Муля тут телепается. Что, еще одно? Тогда я папашке одну дала морковку. Помощник тут. Любую морковку. Любую. О! Ну-ка, заказывай. Давай. Показывай, какая морковка. Сорвала, да и все. Большая-большая. Да, какая большая. Почему большая, хорошая морковка. Так, ну что, делаем, телепаемся. Кеша, помогай давай. Кеша, траву же отходит. Понятно, короче. Понятно, в общем. Ладно, я пока телепаюсь там. Да, мега мощный огород. Так, а может, как раз только убегал в магазин. Отец здесь будет что-то готовить. Будем снимать с отцом. Отец старается, нарезает. Мучки взяла. Яшкин. Мука. Яшкинская. 2 килограмма. Ага. 3 хлеба. И вот такой вот кирпичик с кориандром. Рожаной. По 32 рубля.
Тебе это готовить все. Посмотрите, красивая. Что? Молоко я взяла. На тебе вот жакет. Короче, была эта жонка. Мы с ней посмотрели. По весу по 95 грамм. А та на 3 рубля дороже. 204. Так я лучше эту взяла жакет. Ага. Да, порошок там непонятно какой, этот хоть сублимированный маленько. И вот взяла две пачки. Это мало мне. Огурчиков вот это. О! Дрожжи хотела. Почем ему такие? По 18 рублей. 18 рублей. А, вот, сайники. А дрожжей не было таких. У меня куча. Ну и потом привезут, когда уже. Для помидоров. Что-то жарко, я в этой ходила. Так, жарко. У нас мама что-то потом тоже будет готовить, да? Да, вот, ну, вот 4 баклажана я сварю и курочку. Лучок. Тут у меня морковочка, это болгарский перец, ага. Это помидорки, лучок там будет жариться. Это что там еще будет у меня? Такой остренький перчик, лук. Ну все там, сахар, соль, перец, уксус, там это дело. Да. Чеснок я не буду ложить. Маленько сварю, чтобы покушать. И все. Понятно. Такие покупочки. Со всем что-то будем готовить. Что, отец, будем готовить потом? Это что, маленько сублимированное? Будем мясо жарить. И добавлять. Короче, буду добавлять капусту, морковку. Вон. Кубиком порезал мелким. Мелко, да. Так, кстати, это случилось. Очень кропотливо, вот это все подготавливать. Это кто-нибудь, хозяюшки, да. Знают. Это все кропотливо, по идее, подготавливается, мелко нарезается, очень кропотливо. А кушать надо, кушать надо. Все, такие покупочки у нас. В общем, отец, я потаскал земли, там всю кучу собрал, все, что только смог. Этот подвал заготавливаю. Землю надо еще собирать, землю. Отец приготовил такую вкусняшку. Есть. Сейчас достану тортик. Надо попробовать вместе с тортиком. Он не тортик, а это зефирно непонятное. О! Загустил, это мы с матерью делали, загустил, то есть вон как загустил. Сейчас попробуем заодно с краю и картофанчик попробуем. Накладывай сюда. В чашку? Ну давай сейчас. Да, пока. Сейчас я в чашку наложу, что ли? Сейчас положим в чашку. Положим. Немножко положу. Нормально, в принципе. Так, заодно положим тортика. Надо положить тортика. А, сейчас я порежу. Мама тут резать будет торчанский. Надо чайник включить. Так, а уехал. Чайник не включаю, он шумит, мам. Знаешь, как шумит сильно? Такие чайники. Невозможно. Надо убрать под палатку. Здесь еще осталось колбаска. Порежем. Порежем. Слепушка, видишь?
кто-то мёрз, да? Замёрз, да. Правильно, должен так замёрзнуть. Загустел? Ну, он не тебя замёрз, конечно. Да на 4 части бы разрезал. Зачем я буду на 4 части разрезать? Оба! Вытащила. Положи. 20 чашек не морать. Игорь, ты чего? Нормально. Чего? Че 20 чашек-то морать, правда? 30 чашек морать. Торт отличный. Кстати. Да это не тортик, это просто. Ну все равно. Это хлебушек тут у нас. И хлебушек, тут стаканы. Попробуй. Ответы. Так, ладно. Да. Вкуснятина. Да, с мамой там будем иди. Телепаться, короче, делать эту. А что мы делать будем с тобой сейчас? Да икру сварю, вот сейчас я побалтею тоже, сколько ждала Васильевича, я бы уже давно сварила. Яшка. Вкусно, в принципе. Вкусно. Опа. Вот знаешь, он подстоял? Ага. Вот подстоял. Мне кажется, что я варенье, это, мороженое ем. Да, вот то же самое я подумал. Мороженое. Мороженькое. Слушай, то же самое, что торт. Вот ничем не отличишь. Сметана настоящая, домашняя. То же самое, что торт, говорю, ничем не отличишь. Торт да торт. Ну, это не торт, это просто... Он на торт, естественно, не похож. Это просто... Десертик, все. С чаем надо. Вкусно. Вкусно, говорю. И танка такая цвет. А вишня цвет. Нормально. Походку можно сделать. Мороженое. Вкусная картошка, вкусная, все вкусное. Хорошо. Все вкусное. Что, у тебя там вообще намешано, непонятно чем. Почему? О, зарубаем мы сейчас, короче. И картошка там, там вообще непонятно что. Да главное, чтобы косточки не попались, я не люблю с косточками. Косточки, чтобы не попались, главное. А вот сахар хорошо, вкусно получилось. Что он, лист капусты? Шинковал. Чего смешного? Так. Да, Игорь. Ой, мам, сразу такая интеллигентная, такая, да, да. Да при том, так. Нормально все. 20 чашек. Обычно берешь в одну чашку, того положишь, другого положишь, третьего положишь. Как люди за столом сидят, например, где-нибудь на банкете, неважно, на празднике, они же берут одну чашку. И по кучкам ложат себе в тарелочку того, 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 другого. Нормально. Нормально, неплохо.
Березка орех с курицей чувствуется. Да? Да. С курочкой. Зефир с курочкой, картошка. Со сметанкой. Вкусно? Вкусно. Можно, как говорится, кушать. Такой десертик, ну, такое блюдо. И колбасяска тут еще надо заглотить. Ладно, отец придет, тоже сейчас чая попьет, и мы будем готовить с мамой. Ой, нет, надо чай не включить, я уже да. Без чая что-то наелась. Все, пока завершаем, как-то чайник шумит сильно, я поэтому я не снимаю, не да, люблю, он слишком шумы. А потом вон туда мы перейдем. Туда, 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 туда. Так, отец кушает, вкусно, решим ли мы с мамой готовить. А на общее? Да. Чего, муля? Я лук обжаривала. Картофель большой. А что будем готовить по факту? Баклажан. Баклажаны. У нас имеется морковь. Морковка там, болгарский перец. Значит, туда закидываем болгарский перец, морковочку. Пусть это все обжаривается. Я баклажан там зарежу. Это пусть вот все обжаривается. А, вон они и болгарские. Угу. Болгарский перчик здесь сразу же идет у нас. И морковка. Также у нас здесь помидорки лежат. Здесь баклажаны. Порежу. Это все обжаривается. Тут горький перчик еще. Не на петрушку, укропчик. Так, сюда я этот чеснок не буду добавлять. Сейчас обжарится. Ты кожицу не снимаешь, потому что они молодые, да? Не надо? Не надо, зачем? Зачем кожицу снимать баклажан? Баклажан никто кожицу не снимает. Просто я их не стала это и солью пересыпать, не в соленой воде не буду. Они не горькие, они небольшие. Сейчас у меня там это обжарится, я просто кину наши баклажанчики. Так вот. Опа. Еще один. Немножко сварим, чтобы нам покушать. Я не на зиму, а так покушать делаю. Вот это дорогой. Чики-чики-чики-чики. А ну, баклажаны, они тоже быстро их обжариваешь, они тоже быстро обжаривают. Ну, нам, конечно, надо, чтобы они желательно бы как кашкой сделать. Кого сделаю? Кашей. Кашкой. Кашкой. Не спешись. Даже в баклажане нету семянок. В этой вот штучке, в этой штучке. В этой штучке. Ну, совсем прямо что. Вот аккуратно. Не спеши, а то нож что острый. Вот маленько. Есть тут вот семянок. Еще вот мы. По порядочку все. Вот. Обжариваться. Тут большое. Желательно бы получше. И готовим. И будем кушать. Все. Это туда же. Здесь я сейчас. У меня вот такой утренний перчик. Ну я его, конечно. Маленький кусочек мне попробовать. Да. Он острый, сильно острый. Ну-ка. Я вытащу оттуда это. Семянки. А, семянки, они острые семянки. А-а-а. Так, попробуем, отведаем острый перец. Это вот сначала, сладенький. Мне кажется, это, а потом обязательно я уберу такие вот семянки. Это потом. Ничего, в принципе, вкусный, он и он сладкий идет, он как
Это. Ну где сладкий? Что он сладкий? Сладкий идет. Ну. Да ты что? Серьезно говорю, попробуй, сладкий идет. Какой-то неправильный перец. Но он сладкий идет. Чуть-чуть горчинка есть у него и все. О, как же он сладкий. Все, ну. Понесла, не все брать. Не знаю, вроде сладкий. Ой, может, ты семянку заглотил? Ой. Я, конечно, его немного. Не знаю. Потому что это... Мы такой не любим. Не взяла, а купила один этот. Чисто для бакалажа. Может, тебе попался такой? Ну-ка, дай-ка я еще попробую. Может, попался да такой? Да ну, сразу же идет это. А тут что, тут это ужарится, тут вообще мало будет. Ну да, чувствуется. Потому что это кажется, язык... что много 4 баклажана, а это немного. Он нормальный, в принципе. И не сильно это, и не сильно такой отличный. Так, что у нас? Пока будет жариться. Мы сюда что-нибудь закидываем. Так, я еще масло добавлю. Маленько. Баклажанчики. Ой, прямо во рту горит. Хо-хо-хо-хо-хо-хо. Уже и губы загорели. Вон во рту как добавляется. Убираем, пока я не буду ничего солить. Сахарить. Хорош. Так. Если мне не изменяет память. Ой, горит. Что, горит во рту, что ли? Во рту и губа. Ну, чувствуется. Угу. Если мне не изменяет память, пока мамуля мешает, обычно, по-моему, либо молоком, либо перемешивает. Или молоком, или вином запивают, чтобы не было этого остроты. Не знаю. По-моему, вином. Угу. Или молоком. Я старты сразу. А ну пройдет, кому. Зачем запивать? Ты ж не целый этот перец. Перчинку эту. Ну, в общем, пусть оно тушится, жарится. О. В общем, так. Пускай готовится, да? Чики-чики. Чики-брики. Вот это выкинем. А что, сейчас ты его весь не будешь, нам он еще пригодится, да, перчик? Нет, зачем он еще пригодится? Я для чего его попала? Выкидывать? Нет, что? Так, в общем, пускай все это обжаривается. Здесь еще зеленушка и прочее. Ну, как-то так готовим следующее. Что добавлять. Тут у нас? Жарится почаще, да, перемешивается она, и сварилась. Что они хорошо в себя вбирают масло. Ну, как на масло не надо. Так у меня, в общем, я перемешала это все. Ага. Куда же я закидываю? Помидорки наши я убрала. Так, порубила их. Вот это тут перчик я сюда добавлю. Все красный острый перец. Так, дальше. Я беру соль. Посолю вот так вот. Потом я еще попробую. И сахарку маленько. Сейчас перемешаю, пусть это все у нас варится. Тушится, вернее. Варится, тушится. На таком медленном, да, огне не сильно. Да, я сейчас еще добавлю. Вот, на среднем стоит, еще маленько добавлю. Так. И пусть тушится минут 40. А потом остальное добавим. Попробуем на соль опять на сахар. Так, здесь у меня, как вы видите, что я перец и горошком не душистый, не душистый, ничего не добавляла. У меня вот такой вот три перец. Больше я ничего не хочу. Сюда добавлять чеснок тоже. В общем, все, вот это пусть тушится. Стоит. А потом мы петрушку добавим. А потом мы попробуем еще на сахар. Если что, добавим того и другого. Уксусную эту кислоту добавим. И потом зелень в конце. Все понятно. Давай. Готовим. Да. Что тут у нас? Вид у нас. Кстати, вот такая кашица уже выглядит. Да, кашица желательно бы вообще вся вот шишечка эта. Ну, оставлю я маленечко. Так, дальше что у меня? Здесь у меня петрушка и укроп свежий. Сюда же я добавляю. Я еще попробовала, она что на сахар. Отрепурировала, еще добавила.
Это вам тоже надо уже смотреть. А сколько она у нас уже прокипела? Ой, ну 50, наверное. В общем, я считаю, что вот начиная от лука, вот этого всего. А так минут 40 она кипела у меня. Так, беру я 9% уксус. 9% уксус? Да, сейчас я попробую. Включила я вообще конфорку. Ага. Так, ну на сахар я попробовала, сейчас вот на кислоту на эту. И намного кислоты тоже не надо. Ой, какая красота будет у нас. Красотень. Да? Мне нравится, когда холодная только. Хватит. В общем, постоит, я уберу. Она остынет, я выложу ее. Все, и можно кушать. Да. И можно нямкать. Да. Все, практически сварили. Кстати, за это время сынуля красотуля побрился. Тут у мамули что-то стоит тут. Мама все готовится. А, мама огурчики в этого. Такие огурчики. Да, завтра с ними. Будем что-то делать. Что сегодня поливать, не поливать? В общем, готовится у нас. Пойду поливать, в общем. Надо бы полить. Так, а это что у нас стоит тут? Ну, я это, Василий, замочил. Что? Сухофрукты. А, сухофрукты же эти. Угу. Какие фрукты? Компотик. Что? Какая получилась? Ай, красивая. Ай, какая. Такая красотень, кстати. Да. Это все пойдет на общее. Не стали. Да. На мамин. Яйца мама ставит, сейчас будет отваривать. Да. В общем, телепаемся. Телепаемся. Набегалась, короче. Так, ну а я пойду поливать огород. Все. Надо пополивать, все. Так скажу, с вами был сынуля красотуля, папуля лопатуля и мамуля умнуля, мамуля за водичкой потом сходила. Это. А ты налить вяйца хочешь? Вот, что, Марк, посуду мыть за целый день? Мы тут наели второй раз уже посуду мыть. Даже третий раз. Максимум три. В общем, все, ребята и девчата. С вами были мы. Всем пока-пока. Еще увидимся. Вот такой у нас денечек. Все. Всем пока-пока. И сынуля красотуля стал красивый. Помолодел он на 5. Все. Всем пока-пока.